29, 30 и 31 марта Саровский драматический театр приглашает всех желающих старше 16 лет на премьеру юбилейного спектакля «Берегите голову». Начало в 18:00. А 30 и 31 марта в 11:00 пройдет сказка для малышей «Крошка енот». Приобрести билеты можно по пушкинской карте. Для маленьких зрителей 30 и 31 марта в 11:00 и 16:00 откроют свои двери театр «Кукол-кузнечик». Там покажут спектакль «Лисенок Плут». Спектакль рекомендован к просмотру детям с 4 лет. 29 марта городской музей приглашает юных зрителей и их родителей на программу «Каникулы в музее». В программе познавательные занятия родным и любимым, экскурсия «Мамины хлопоты», экскурсия по выставке «Планета Земля Индия», лекция «Первый среди равных» академик Курчатов. Начало в 11:00. 30 марта с 10 до 16:00 художественной галереи пройдут каникулы в художественной галерее. Гостей мероприятия ждет знакомство с творчеством художника Юрия Васнецова. Также юных зрителей ждет творческая мастерская «Оранжевое настроение» и экскурсия по выставке «Русский замок. Кузнечная летопись». Центральная городская библиотека имени Маяковского приглашает 31 марта в 12:00 на семейный книжный выходной «По следам замечательных детей» к 85-летию детского писателя Валерия Воскобойникова. Центральная городская библиотека имени Пушкина приглашает 30 марта на День читательских активностей в Центре внимания книга, а также на встречу «Айда Пушкин». 30 марта в молодежном центре пройдет конференция «Ментальное здоровье будущего Сарова». Приглашаются все желающие. А 31 марта в 17:30 пройдет финал конкурса «Мамы футболистов». Гостей вечера ждет грандиозное шоу. 30 марта Ледовый дворец приглашает болельщиков на чемпионат Нижегородской области по хоккею среди мужских команд высшей лиги сезона 2023-2024. ХК «Саров» и ХК «Княгинина». Начало в 13:00. А в 17:00 там пройдет первенство ПФО по хоккею среди юношей «Саров-08», «Челны-08». 31 марта в спортивном зале «Икар» пройдут чемпионат города Сарова по волейболу 2024, полуфиналы среди мужских команд. Начало с 11:00. Приглашаются все желающие. Проведите время с пользой, чтобы потом рассказать друзьям и коллегам, как здорово вы отдохнули в выходные.